крыша у нас еще с 2006 года. Я начала обращаться с 11, потому что я работаю и не могла ходить. А соседка 59-й квартиры ходила с 2007 года, и одни только отписки получаем. Мы уже ото всех получили отписки, но результатов никаких. На личном приеме 3 апреля сам Олег Владимирович обещал, что поступят деньги, сделают нам ремонт крыши. Но, однако, до сентября ничего не сделал. В сентябре я была на прямом эфире, опять задавала вопрос Олегу Владимировичу. Он сказал, до 1 ноября вашу крышу сделают. Но по сей день ничего не сделано. И вот сейчас это снег уже ничего, на улице сухо, а у нас все время течет, капает крыша, и с тряпками совсем. И у нас до того сыра плохо, это самое, в квартире только 14-15 градусов, больше температура не поднимается. Из-за сырости, из-за влаги я уже болею хроническим бронхитом. У меня история болезни, я лежала в 2010 году в больнице на стационаре. Поэтому очень прошу вас помочь нам, чем можете.